وقبلت فوديك ايوه اكسترا هتعمل يا زين записывает что-то, смотрит, это вообще непонятно, автобусы. Вот один человек там сидит, один за рулем сидит, еще двое в автобусе впереди, сейчас я вам покажу, которые управляют всем этим. Всей этой движухой, одним автобусом управляют 4 человека. Вот уже минут, ну 10 не стоим, но 8 минут, 7 минут примерно стоим, ждем пока отъедет. И вот интересные маневры здесь происходят. Что-то он записывает, запись ведет, учет. Сколько пассажиров зашло, сколько еще на остановке осталось. Так. Все, все-таки поехали. Ревизор записал запись, учет полностью составлен. И, возможно, даже мы сейчас тронемся. Вот эти должны выйти, потому что они проверяют билеты. Что-то пока они не хотят уходить. Какая-то странная система. Надо здесь какое-то время прожить и побыть, чтобы понять это все. Нет, они не выходят, кстати. Вообще интересно. Вообще прикольная система у них. 4 человека на один автобус. Для управления один автобус. Может, у них простой городской автобус, как еще как туристический идет. Сейчас будут рассказывать, что мы проезжаем. Да, ладно, не будем запариваться. Думать. Посмотрим, куда прибыли.
такие вот вещи часто происходят. Там автобус тормозит, что он не останавливается. Притом в данный момент он не останавливается, потому что он полностью забитый. А бывают такие моменты, когда шофер просто едет, автобус наполовину забит и там даже пустой, можно сказать, почти. И он спокойно мимо проезжает. Иногда один раз видел момент, когда автобус мимо проехал, и потом остановился в пробке, так как пробку не мог дальше ехать. И те, которые стояли на автобусе на остановке, побежали за ним, и вот в эту первую дверь долбятся. Типа открывает дверь пропускает. Вот недовольные такие конкретно. Вот так он их и не пропустил. Человек вышел у нас. Вот, чуть-чуть стало полегче. Меньше народу, больше кислорода. Едем дальше. Вот, и долбится вот в эту дверь, первую дверь, долбится, но так он им двери не открыл все равно, дальше поедет. Притом с таким лицом, как будто он вообще не видит, типа он вообще не при делах. То есть он не водитель автобуса. Он вообще не работает, он ничего не делает. Интересно было это наблюдать. Хорошо с этими автобусами, несмотря на то, что они в основном такие, можно сказать, полустарые, очень часто ломаются, очень часто бывают какие-то с ними проблемы, также интересные ситуации возникают в самих автобусах. Здесь единственное, что хорошо, что эти автобусы часто ходят, то есть постоянно идет поток автобусов. Мне очень редко, пару раз, правда, было, что приходилось по 40 минут ждать автобус. Но в основном же просто круг такой идет, и один за, допустим, даже тот же номер, например, пятый номер какой-нибудь, например, автобус. Вот он только проезжает, за ним идет второй, пятый, потом третий, пятый, четвертый, пятый. И вот так вот эти вещи происходят. Но надеяться на расписание, то есть на остановках есть расписание автобусов. Вот надеяться, что автобус подъедет вовремя, даже не стоит рассчитывать. Очень исключительно в редких случаях он подъезжает вовремя, всегда автобус или опаздывает, или раньше приезжает, то есть как угодно, но только не так, как написано на этом, на расписании этой остановки. Наша задача вообще сейчас сделать еще, нам еще пересадку надо делать, то есть сейчас не до конечного пункта едем, потому что приехали раньше, хозяин квартиры, ну комнаты, где мы сняли комнату, квартиру, он нас ждет позже, поэтому надо еще пару часов потусить, перекусить и так далее, потом уже ехать туда, в сторону квартиры этой. Я даже не знаю, это квартира или дом, что там. В общем, жилья нашего. Очередного жилья. Возможно, здесь кто-то выходит, но никто не уходит. Пошли по переулкам.
So. Oh, well. Hey, автобусы, точнее эти водители с какими-нибудь конкретными такими европейскими странами, как допустим там Германия, Швеция, то, конечно, очень большая разница. Просто мир другой мир вообще. Конечно, это не сравнится с теми там, которые могут быть какие-нибудь африканские страны, там Пакистане или в каком-нибудь еще тоже, я думаю, водят похуже намного. Так, у нас новый пассажир. Кто-то выходит, кто-то заходит. Вот. Один берет, другой проверяет, третий сажает, и еще сзади ревизор сидит. Записывает все. Это местная достопримечательность, церковь, как понимаю. Вот. Сказал, на всякий случай запомни, трое, может кто-то из них один запомнит. Еще четвертый сзади ревизор сидит, ему тоже не мешает напомнить об этом. Прикольно они водят. Вот этот спрашивает, что там слева, водитель спрашивает, что слева. Вот он смотрит, и вот это смотрит налево, и говорят, все чисто, типа езжай, и он едет. Чуть не уткнулась вон там серебряная машина. Спид убивает. Дать не зря они пишут это. Хотя сказать, что здесь прям с такой скоростью вот носится, я бы тоже не сказал. В основном вот все, которые более-менее что-то носятся, как-то беспредельно, скажем так, это именно вот эти автобусники. Эти автомобили я не замечал каких-то острых там виражей, что делали, что там крутили, что-то такое было. То есть нормально вроде ездят. Козами, да, конкретно так. Не знаю, откуда этот запах появился в автобусе, но конкретно козами, баранами, что-то такое, таким сельским хозяйством пахнет. Притом так сильно, так,
чемоданчиками. У нас уже экскурсионный какой-то экскурсий. Сами, друзья, люди, вот эти вот друзья, эти мальтийцы, они очень хорошие. То есть ни разу я не замечал каких-то таких недовольных, нервных, что-то такое. То есть как-то все тихо, спокойно, несмотря на то, что здесь жизнь такая активная идет, намного активнее, чем в большинстве на Канарских островах. Вот, люди добродушные, приятные. Здесь также есть кризис, но этот кризис, видать, конечно, им, наверное, сложно, это тот кризис, естественно, но все равно само переживание их не видно, не отражается она так сильно на других людях. То есть как-то все хорошо. Вот такой фруктовый вагончик, не вагончик, а автобус стоит, вот такая машинка. Вот в таких машинках самые дешевые фрукты. Дешевле, чем в магазинах, чем в разных сетях. Хотя эти на машинках этих тоже иногда любят цены набивать, зависит от того еще, когда какое время ты к ней подходишь. Если он вечером они заканчиваются, и может он чуть-чуть накинуть цену, но все равно они, в общем, по большому счету там дешевле. Центральная часть выходит, да? Знаешь, у нас другой автобус на такой пересадке. Так, друзья, прибыли мы в Гозу. Ужасная жара, надо портфолио снимать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Попозже на связь.